Земля. Песчинка во Вселенной, на которой миллионы лет назад появилась жизнь. Жизнь во всех ее проявлениях. И только одному виду живых существ суждено было научиться строить, применяя различные технологии. Без них и сегодня невозможно качественное строительство. Щебень – один из самых простых материалов, но и его в природе не существует. Необходимо приложить титанические усилия для того, чтобы из куска горы появился ровный, прочный материал необходимой формы, о которой еще 10-15 лет назад нельзя было и мечтать. НПА «Уралцентр», в состав которой входит НПО «Центр город Минск», ЗАО «Урал-Омега город Магнитогорск» и проектный центр «Урал-Механобор-Инжиниринг город Екатеринбург» разработали и внедрили дробильные и измельчительные комплексы различной производительности, в основе которых лежит принципиально новая техническая идея, позволяющая расширить возможности центробежного дробления. Уральские и белорусские ученые заставили воздух прийти на смену металлу. Одним из первых предприятий, освоивших технологию на промышленном уровне, стал гигант черной металлургии Магнитогорский металлургический комбинат, основавший лидирующее в области дорожного строительства предприятие «Южуралавтобан». Мы сегодня знаем, что основные составляющие асфальтобетона – это вяжущийся это битум, и инертный материал – это щебень. Вот здесь мы уж добились, так скажем, лучшего не пожелаешь, вот этого кубовидного щебня, благодаря вот этого инерционного центробежной дробилки. Кто придумал ее, кто внедрил? Да это у нас есть ребята МПО «Урал», научно-производственная фирма «Омега Урал», который мы, так скажем, с рождения «Южуралавтобана», они с нами сотрудничали, мы поверили ребят, применили их дробилку, и я думаю, не ошиблись. Сегодня все уже смотрят, видят наш щебень, хотят купить, но сегодня пока аппетиты «Южуралавтобана» большие, так скажем, практически все используем на собственные нужды. Но процентов 20 сегодня опускается на сторону. Это правда, что то, что я вижу за моей спиной, эти вот кучи щебня, сегодня охотно купит Москва. И с накладными расходами это будет выгодно для вас? Я думаю, не только Москва. Вся Россия готова купить такой щебень. 10 лет назад перед новой дорожной фирмой была поставлена задача использовать только современные материалы европейского качества. И через 4 года она была успешно разрешена благодаря внедрению технологии НПА «Уралцентр». Шеф-монтаж и пусконаладочные работы по возведению нового комплекса осуществили Магнитогорская и Минская фирмы. Уникальность и функциональность данного оборудования была лично проверена губернатором Челябинской области и генеральным директором ММК. А для того, чтобы вам был более понятен принцип центробежно-ударного дробления, инженерным комплексом был разработан компьютерный анимированный проект. Вентилятором высокого давления в камере создается давление воздуха, необходимое для вскрытия ротора и образования воздушного зазора между ротором и статором. Образовавшаяся воздушная подушка под ротором играет роль газового подшипника, что позволяет создать самобалансирующуюся систему рабочего органа дробилки – статор-ротор, ускоритель. Исходный продукт дробления через воронки подается на разделительный конус, который равномерно распределяет его по каналам ускорителя. Исходный материал во вращающемся ускорителе, получив необходимую окружную скорость для его выброса, ударяясь о поверхность камеры дробления, дробится. Перед вами распределение зерен щебня фракций 5-10 мм и 10-20 мм
по отношению длины к толщине. А это типовая характеристика продукта центробежно-ударного дробления на дробилке ДЦ. Эта форма зерна, она дает большой выигрыш. Это и в трудоемкости укладки работы, это в экономии связующих, то есть битума, цемента, это в долговечности покрытия и так далее. То есть здесь преимуществ очень много по сравнению с тем щебнем, который применяют после традиционного оборудования. Мы пытались собрать весь материал по всему, значит, Советскому Союзу, чтобы мог нам предложить, значит, измельчение. Это кокса, известняка, хорошего измельчения. Значит, ну и в том числе получение хорошего концентрата. И Уралмеходобр впервые обратился, значит, в Республику Беларусь, НПО-центр, бывший Средмаш. И вот я один из тех, который был там в 89 году и увидел впервые уникальность данного оборудования. Поэтому, значит, не было в России такого оборудования. И не только в России, но и в бывшем Советском Союзе. Тот же самый случай, когда работают коллективные мозги, причем из разных республик, разных континентов. Но все равно есть генеральный подрядчик. Кто он? По решению членов ассоциации поручено эту функцию выполнять нашему предприятию «Заурал-Омега». Поскольку любая работа с заказчиком начинается с испытаний, с лабораторных исследований, с полупромышленных испытаний, материала, с разработки технологического регламента. А это как раз то, чем занимается «Заурал-Омега». Для этого у нас создана магнитогорская лаборатория, полигон для опытно-промышленных испытаний, где мы отрабатываем различные режимы и дробления материала, и измельчения, и обогащения полезных ископаемых. Отсюда начинается задание на проектирование нашим партнерам, проектировщикам, и формулируются требования к машине, к его параметрам, то есть техническое задание на машину. И заканчивается все это пусконаладочными работами, гарантийными и послегарантийным обслуживанием и дальнейшим сопровождением техники, поставкой быстро изнашиваемых деталей, которые в процессе обязательно будут меняться. Это все выполняет «Заурал-Омега». Производят эти детали, поставляет, и весь комплекс услуг по обслуживанию нашей техники проводим мы. Поэтому нам и поручили быть генеральным подрядчиком, чтобы отвечать. В настоящее время специалистами ассоциации «Уралцентр» разработаны и серийно выпускаются дробилки и мельницы центробежно-ударного действия различной производительности, в которых реализован ударный способ разрушения материала. Применение технологии центробежного дробления не ново, но в оборудовании, разработанном минскими специалистами, решены главные задачи – надежность, экономичность и неприхотливость, а также возможность работать с широкой номенклатурой исходных материалов рудного и нерудного происхождения. Это оборудование сегодня является менее энергоемким, более производительным, и самое главное, качество продукта, который получается на нашем оборудовании, дает эффект намного лучше, чем это могут предложить другие страны. Оборудование, которое мы производим для получения кубовидного щебня, сегодня оно уникально не только по своим оригинальным узлам, но и уникально тем, что является передвижным, что требует меньше энергетики, что может устанавливаться на всевозможных переносных площадках. Ну и что касается оборудования его производства в количествах необходимых
тем или иным регионам России, то мы готовы производить любое количество. Мощности наши это позволяют. Но если даже и мощностей будет не хватать, то хватает столько предприятий в республике, которые могли бы в порядке кооперации изготавливать необходимое оборудование для регионов России. Высокий спрос на продукцию, произведенную МПА «Уралцентр», обусловлен возможностью применения в различных сферах производства и для различных нужд, причем цены как на проект, оборудование, монтаж и обслуживание варьируются. Это может быть компактная установка для частных производств или специально сделанная, разработанная и установленная установка для крупных предприятий. Все стадии, начиная от проекта, внедрения в инфраструктуру производства, заказа оборудования и заканчивая пусконаладкой, занимают относительно небольшой период времени. Причем возможно параллельное обучение персонала и мгновенные консультации в режиме реального времени. Еще одной выгодной особенностью является гарантия – постоянное техническое сопровождение установленного оборудования силами специалистов фирмы «Урал-Омега». Дробилки ассоциации «Урал-Центр» успешно эксплуатируются более чем на 100 предприятиях Российской Федерации, Республик Украина, Казахстан и Беларусь. На крупнейших перерабатывающих предприятиях, таких как «Сангалыкский карьер», «Рудник Малый Куйбас», «Обручевский кварцит» и на крупнейшем в Европе предприятии «Гранит», а также ОАО «Караганда-Нерут», обеспечивающих строительство новой столицы Казахстана. Хорошая дробилка работает нормально. За счет того, что дробилка установлена, и лещадность уменьшилась намного. Надежность, по сути, если ее обслуживать по-нормальному и смотреть на ней, то работает она отлично. Объемы нужно наращивать, по сути. Спрос ущемнее есть, а объемы нужно наращивать. Я считаю, если отечественные производители выпускают такие дробилки, должны, нужно покупать своих и поддерживать отечественного производителя. Комбинат «Кварцит» производит продукцию для огнеупорной, ферросплавной и металлургической промышленности. Поставляем продукцию в Беларусь, поставляем продукцию в Россию, Молдавию, Прибалтику, Словакию и так дальше. Сегодня мы приобрели дробилку новую, я так думаю, это нового поколения дробилка DC1.6, центробежная дробилка, которая зарекомендовала себя, ну, не то что с положительной стороны, а действительно это новые технологии. Мы эту дробилку внедрили где-то порядка за 3-4 месяца. На базе дробилки построили новый дробильно-сортировочный комплекс, и сегодня производим, он уже работает, и сегодня начинает работать уже в 3 смены. Начинали с одной, вторая смена, сегодня работает круглосуточно. Мало того, что она вроде бы предназначалась для того, чтобы производить щебень кубовидный и доводить ее кубовидность до 90-100%, мы на базе этой дробилки начали производить продукцию для метеорологической, огнеупорной, ферросплавной промышленности. И эта продукция пошла у нас очень хорошо, сбыт хороший. То есть то, что мы производили у себя на мельницах, сегодня заменили производство этой дробилкой, которая экономична как по металлоемкости, так и по энергосбережению. Мы как раз довольны работой дробилки. Производительность ее где-то у нас около 80 тонн в час, но я думаю, что можно будет ее подгрузить, она где-то выйдет на 100 тонн в час. Вот довольны, так сказать, этой работой, этой дробилки, обучили людей. И на сегодняшний день поставка идет на Россию, в основном, значит, Урал, где и практически развита в России металлургическая промышленность. И туда мы делаем поставку под заказ россиян. Высокая концентрация в уральском регионе предприятий, уже использующих дробильно-измельчительное оборудование ассоциации «Уралцентр», обусловлено высокой эффективностью этого оборудования именно для горнообогатительных и перерабатывающих производств. Хотя география поставок таких комплексов гораздо шире, как и спектр их применения. У специалистов ЗАО «Урал-Омега», производящих все виды сервисных работ, есть уникальная возможность на примере нескольких комплексов изучить долговечность и работоспособность на протяжении больших временных отрезков. Перед вами Сангалыкский карьер Республики Башкортостан. На этих кадрах оборудование проработало всего год, выходя на проектную мощность. А вот спустя 3 года горы готового материала и производственные корпуса, внешний вид и состояние которых наглядно демонстрируют успешные экономические показатели работы данного предприятия. Эти горы кубовидного щебня намолоты дробилками ассоциации «Уралцентр». Оборудование работает 24 часа в сутки.
Щебень клубовидный очень ходу, потому что сейчас спрос на него очень большой. И как же идет он на асфальтные работы и на дороги автомобильные. Ну и общее пожелание корпорации «Уралцентр». Ну, я думаю, что спасибо им за это, за эти дробилки хорошие. И за счет этого у нас щебень очень берут хорошо его. Оценить техническое состояние дробилок позволяют вот эти кадры трехлетней давности и эти образца 2005 года. Оборудование не подверглось никаким видам разрушений и при грамотной соответствующей эксплуатации работает, не снижая проектных мощностей. Клубовидный щебень сейчас с учетом развития стройиндустрии будет пользоваться спросом же и пользуется на данный момент. Поэтому плюс того, что с нашими показателями щебенка, и который качественный, очень высококачественный, и при дроблении на клубовидный щебень высококлассный щебень получается. Плюс сама эстетика этой щебня же красиво очень. Оборудование, хочу сказать, неприхотливое в обслуживании, кубовидное, центробежные дробилки. Одно слово, молодцы ребята, постоянно какие вопросы есть, связываемся, звоним тут же. Даже мелкие вопросы, то, что вот мы можем сами по ремонту, сколько раз звонил, вот, спрашивал, по запчастям, то, что можем сами сделать, тут же моментально скидывают нам по факту все бумаги. Все, что вот на месте можем делать, тут же все советуемся. По запчастям вопросов нету. То есть у меня претензий никаких, только большой плюс. Мы поставили вот этот классификатор, классифицировался комплекс. Из этого классифицированного комплекса получаем две фракции щебенки. Вот это щебенка 0,63, вот ее видно. И мука минеральная, которая уходит, и пыль, которая уже вообще выходит, которая уже не нужна. Так что вот из этого, что, как бы сказать, уже безотходное производство получается на нашем производстве. То есть можно говорить о том, что, грубо говоря, с тонны щебня у вас отходов сколько всего остается? Ну, если немного отходов, и остальное все идет в производство. Производство товарной продукции. Да, производство товарной продукции. Для разделения порошкообразных и мелкокусковых материалов по фракциям или же весовым категориям ассоциация «Уралцентр» выпускает воздушные, каскадно-гравитационные и центробежные классификаторы. Основные преимущества разделения исходного продукта в предлагаемых классификаторах перед другими видами сортировки – это высокая точность разделения, отсутствие дорогостоящих мелкоячеистых сит и пылевыведения в атмосферу. Воздушно-каскадные гравитационные классификаторы могут работать в замкнутом цикле по воздуху, то есть большая часть воздуха из системы аспирации возвращается в классификатор или после очистки сбрасывается в атмосферу. Рудник «Малый Куйбышев» горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината, потребляющего миллионы тонн руды. С 1998 года это основной поставщик кубовидного щебня для нужд южноуральских дорожников. Эксплуатация центробежной дробилки DC1.6 позволяет получать все необходимые фракции для производства высококачественного асфальтобетона. Достаточно отметить, что это производство за 6 лет останавливалось только на плановые работы и обеспечивало строительство до 600 км дорог европейского уровня. Это кадры трехлетней давности, а это после проведения реконструкции. Сегодня появилась дополнительная возможность отправлять дефицитный продукт потребителям Москвы и Подмосковья. Для удовлетворения этих нужд была построена железнодорожная ветка. Мы ушли от передрабливания крупной фракции, снизились энергозатраты, увеличилась производительность. Отгружаем на Москву, Прибалтику, в любую точку России. Качество работы дробилки вас устраивает? Конечно. На сегодняшний день производство кубовидного щебня с использованием технологий ассоциации «Уралцентр» осваивается десятками предприятий всего Содружества независимых государств. И основное направление – это дорожное строительство. Первоуральское рудоуправление. Здесь год назад была установлена и запущена очередная линия на базе центробежной дробилки DC1.6. Обратите внимание, как она легко встроена в уже имеющиеся производственные корпуса.
Долго думали, приценивались, в общем-то, в том году решили совместно, в общем-то, с Северснабкомплектом установить дробилку DC1.6. Установили дробилку DC1.6 с двигателем 315 кВт, в общем-то, самый мощный двигатель, с центробежным регулятором частоты. То есть мы можем эту дробилку менять угловую скорость с 700 оборотов в минуту до 1200. В июле-августе месяце мы провели промышленные испытания этой дробилки на различных режимах работы. Первый класс полищатки получается, в том числе первая группа щебня, получается на всех режимах обороты. Сейчас мы заканчиваем реконструкцию, устанавливаем вторую стадию грохочения. И дальше будем уже, в общем-то, выпускать по конкретным заявкам потребителей. Здесь с момента с первого звонка идут ответы на любые вопросы, сначала по телефону, потом представитель приезжает. И последующие пусконаладочные и сервисные работы? Да, полностью. Из Беларуси, из Москвы идут ответы по сотовому телефону, мгновенная консультация, и представитель приезжает. Пока не было вопросов, ни одного вопроса. Дробильный комплекс башкирской золотодобывающей компании. Последний, введенный в эксплуатацию на момент создания этого фильма. И расположен он в непосредственной близости с Ангалыкским диоритовым карьером. Предназначен для дробления золотосодержащих пород. Ранее на золотоносных рудниках объединения «Уралзолото» использовались энергозатратные щековые и конусные дробилки на рудах с содержанием до 7 грамм золота на тонну. Здесь содержание меньше, но эффективность дробления и последующего обогащения выше, что в очередной раз доказывает универсальность применения принципа центробежно-ударного дробления для селективного раскрытия материалов. Ездили на «Урал-Омегу». Там провели лабораторные испытания нашей руды именно. Ну и потом провели технологические исследования у себя в лабораторных условиях. Получили хорошие результаты очень по извлекаемости, по гран-составу. И пришли к такому выводу, что именно такая дробилка нам нужна, она устраивает нас. Пожалуй, самое уникальное предприятие, выбравшее в себя технологии центробежного ударного дробления, это акционерное общество «Уральский асбестогорно-обогатительный комбинат», крупнейший в мире производитель хризотил-асбеста и нерудных строительных материалов. В чем же уникальность этого месторождения? А именно, в широком наборе волокон различной длины, содержание которых колеблется в пределах 2%. При этом комбинат производит 20% мировой асбестовой продукции и 65% российской соответственно. О современном уровне и технологичности производства можно судить по этой полностью автоматизированной линии упаковки асбеста. Весь процесс от поступления пакетов весом от 1,5 до 10 килограммов и формирования 1,5-тонных герметично упакованных брикетов компьютеризирован. Но это конечный продукт, а в состав обогатительного комплекса с недавнего времени была включена технология, произведенная специалистами ассоциации «Уралцентр». Исследуем работу этой дробилки. Было проведено исследование силами нашей лаборатории комбинатовской, а также подключен институт в ней проект «Асбест». В результате этих опробований мы уже сейчас можем достоверно сказать, что эта дробилка имеет на выходе гранд-состав ровный, и он не зависит от межремонтного периода. То есть он от ремонта до ремонта ровный, имеет гранд-состав. Он зависит только от исходного сырья в какой-то степени. Значит, то есть это основное из того, что мы ожидали получить от этой дробилки. Первоуральский диносовый завод – ведущее в СНГ предприятие по производству огнеупоров. История завода берет свое начало с 1929 года. Гора Караульная – это уникальное месторождение кристаллического кварцита. Первоуральский диносовый завод является крупнейшим производителем диносовых огнеупоров. Без диноса не существует ни непрерывная разливка стали, ни производство цветных металлов. Можно уверенно говорить, что ни одно металлургическое производство России в полном цикле не может обходиться в той или иной степени без производства Первоуральского диносового завода. Центробежное ударное дробление здесь необходимо для производства кварцитов. Кварцит – незаменимый материал для ферросплавов, монолитных путировок стали разливочных ковшей
иглей, индукционных крупнотоннажных чугуноплавильных печей и многого другого. На сегодня это оборудование эксплуатируется, работает устойчиво. Оно полностью, скажем так, оно полностью удовлетворяло тем требованиям, которые мы оговорили в договоре на его поставку. Я хочу отметить одну особенность в работе с фирмой «Уралмега», что нам понравилось и что нас привлекло в принципе в этой работе. Потому что мы не только закончили эту работу комплексом КАИ-063, по измельчению корунда работа проводится и дальше. Приобретена дробилка, которую вы, наверное, видели. Сейчас ведутся пусконаладочные работы на ней. Но если, значит, вернуться к основным моментам нашего сотрудничества, что нас привлекло к работе с этой компанией, с этой фирмой, это то, что с самого начала работы до сегодняшнего момента мы видим буквально мгновенную реакцию на все наши вопросы, замечания, предложения. Видим качественно другой сервис, который предоставляет эта фирма, эта компания. В чем это выражается? Это выражается в том, что я не могу даже аналогов привести. Мы сотрудничаем не с одним предприятием по поставке оборудования, в том числе и с зарубежными фирмами. Но вот такой живой пример. Поставка запчастей осуществлялась буквально за сутки, двое, исчислялась 24-48 часами, если это было необходимо для решения, выполнения каких-то производственных задач. Самый прочный материал на Земле – алмаз. И в России он добывается в этих трубках. А в этих электропечах Первоуральского диносового завода «Динур» плавится второй по прочности материал – электрокорунд. В этих 400-граммовых чашах остывает искусственно созданный минерал, который затем необходимо измельчить. И здесь на помощь приходят технологии центробежного ударного измельчения, реализованные ассоциацией «Уралцентр». Фракция минус 63 микрона. Вот. Поэтому первоначально их получали в мельницах периодического действия. Вот. Ну, в принципе, компания длилась до 40 часов вот, именно по помолу. Ну, в том числе там был ряд условий по содержанию 10-микронной фракции, определенного внутри зернового состава, они должны были быть. Поэтому первоначальная производительность при работе на шаровых мельницах достигала 20 кг в час. Поэтому, когда возник вопрос об увеличении данного вида сырьевого материала для производства, пошли традиционным путем увеличения количества оборудования. Поэтому первоначально в нашем ПКО был прорисован проект, который занимал практически 3 этажа участка БМО. Вот. Ну и как-то вот случайно, можно сказать, попав в ПКО, просмотрев эти вещи, значит, ну, предложил, давайте мы рассмотрим все-таки возможность применения мельничного комплекса КАИ. Процесс тонкого измельчения в технологии насыщенных рудных и нерудных материалов применением шаровых стержневых мельниц характеризуется большой материалом и энергоемкостью. Измельченный продукт, получаемый в этих мельницах, широким зерновым составом, а его частицы имеют окатную форму, что снижает физико-химическую активность готового продукта. Этих недостатков в значительной степени лишен центр центробежно-ударного измельчения, примененный в мельницах МЦ, являющихся основной составной частью измельчительного комплекса НПА «Уралцентр», в состав которой входит НПО «Центр» город Минск, ЗАО «Урал-Омега» город Магнитогорск и проектный центр «Урал-Механобор-Инжиниринг» Екатеринбург. Так вот, они разработали и внедрили измельчительные комплексы различной производительности и крупности помола, в основе которых лежит принципиально новый способ – способ центробежно-ударного измельчения, не имеющий аналогов в мире. Уральским и белорусским инженерам и ученым удалось воплотить абсолютно новый подход к измельчению продуктов различного происхождения и степени твердости, обеспечить надежность и долговечность механизмов, а также точность рассева с применением центробежных классификаторов.
Эти технологии позволяют получать высокотехнологичные продукты с отличными показателями, включая геометрические показатели зерен с меньшими энергетическими и материальными затратами. Оригинальные конструкции, решения, используемые в выпускаемом оборудовании, защищены патентами Российской Федерации и Республики Беларусь, патентообладателями которых являются ЗАО «Урал-Омега» и НПО «Центр». О простоте и надежности обслуживания данного комплекса говорят эти кадры текущего обслуживания измельчительного комплекса. Здесь, на Новокалиновом горно-обогатительном комбинате фирмы «Микрокальцит» были приобретены и установлены два измельчительных комплекса производства ассоциации «Урал-Центр», что позволило предприятию перейти на оптимальный режим помола мрамора. Эта продукция пользуется устойчивым спросом в химической, пищевой, парфюмерной промышленности и строительстве. Установка простого и неприхотливого в эксплуатации измельчительного комплекса позволила использовать сырье, которое раньше уходило в отходы. Небольшой вес и компактность установки позволяют встраивать ее в помещение малой площади, а из вспомогательных устройств необходим лишь штельфер или небольшой кран-балка. Обработка мрамора – одна из старейших технологий, известных человечеству. Этот минерал служит как при жизни человека, так и после нее. Современные технологии позволяют сделать из него многое. И это не только плитка и памятник. Но современные технологии – это еще и безотходное производство. Если мраморная крошка при распиловке – это только мизерная часть потери, то сколько этой крошки остается после технологических взрывов в карьерах? А с недавнего времени появился способ, благодаря которому с малыми энергозатратами можно завершить весь цикл работы с мрамором от 10-тонных блоков до микронных частиц. И, возможно, на каждом производстве, связанное с переработкой и обогащением полезных ископаемых, в скором времени будут смонтированы измельчительные комплексы производства «Урал-Центр». А это предприятие, расположенное в городе Арамиль Свердловской области, занимается производством тонкодисперсной продукции из разнообразного сырья. Предприятие молодое и при выборе технологий остановилось на центробежно-ударном способе дробления и измельчения продукции. Трудно поверить, но это факт. Еще несколько раз на этом месте был пустырь. Нам говорят, умом Россию не понять. Но поверьте мне, умом не понять то, что делает самый распространенный видеохостинг. А именно, он работает только с аудиопродукцией. Окей, скажу я вам. Теперь расскажем о том, что такое звук. Человек не сможет сделать достойный аудиосюжет всем. Но каким-то лядом в видеохостинге он крут. Теперь попроще. Сколько аудио человек сможет сделать аудиосюжетов? Ну 100, и это максимум. А сколько делает сюжетов оператор, он же видеоинженер, он же продюсер, он же ведущий? 5000 сюжетов. Давайте проверим и скажем, что таких кренделей по миру ну максимум 1000. Тогда какого хрена вы аудио рядом губите то, над чем работал человек, а? А теперь думайте, господа, и извините, иногда вам придется выслушивать другие композиции, потому что, извините, сори, я уже, используя то, что купил собственным трудом, озвучу.